как сделать крутые изображения для вашего сайта. То есть нам надо взять вот это изображение и получить промпт для этого изображения, чтобы сгенерировать такое же. Давайте попробуем. Ну вот он нам сгенерил уже кроссовки. Очень похоже. Просто взял картинку, просто закинул, ничего не дописывал. Но можно дописывать. Если мы хотим такую же картинку поставить на наш сайт, то мы не можем украсть ее, потому что это незаконно. Но заказывать мы дизайнера тоже не хотим, потому что это дорого и бесполезно. Я думаю, как взять рекламные креативы конкурентов и немножечко их поменять, вы теперь поняли. Дизайнер теперь нам не нужен. Мы картинки сами можем делать. Но вот эти шрифты, рамочки, все, это все еще сложно. Но нет, уже есть новая нейросетка. Друзья, всем привет! Новый очередной выпуск на канале про нейросети. И сегодня мы с вами поговорим о том, как сделать крутые изображения для вашего сайта. А именно, если вы где-то увидели крутое изображение, например, у конкурента, воровать у него не с руки, рисовать у дизайнера дорого, как быстро с помощью нейросетей сделать похожие изображения, креативы, как у ваших конкурентов. Давайте разбираться. Первое, что нужно сделать, это получить эти картинки. Давайте посмотрим на примере кроссовок. Я нашел просто в интернете вот такие вот Air Max, но эту фотку сделал какой-то фотограф, и, естественно, мы не можем ее взять, своровать и выложить на наш сайт. Но мы хотим ее перерисовать. У дизайнера это будет стоить кучу денег. Как нам составить промпт, чтобы нарисовать такие кроссовки? В этом нам поможет Midjourney. Как работать с Midjourney, как делать промпт, я рассказывал в предыдущих видео. Подсказочка вылезет вот здесь. Переходите, смотрите, делайте крутые профессиональные промпты. Сегодня мы разберемся с функцией Describe. То есть нам надо взять вот это изображение и получить промпт для этого изображения, чтобы сгенерировать такое же. Давайте попробуем. Для этого пишем в Midjourney команду Describe. То есть опиши мне изображение. Я его скачал уже заранее. Вот это вот. И говорим, окей, опиши. Нажимаем Enter. Итак, Midjourney просканировал изображение и видит, что тут нарисовано. Действительно, это Air Max 97, Frank Stella какой-то чувак их дизайнил. Ну вот какой-то самый большой промпт получился. То есть он нам дал 4 промпта, которыми он сможет нарисовать такую же картинку. Давайте выберем первый. Здесь можно прям быстро нажать кнопочку 1. Ну, тут нажимаем ОК. Не отправляйте сюда пароли, он пишет. Я думаю, вряд ли вы будете отправлять Midjourney свои пароли для чего-то. Можем попробовать на чем-то другом еще интересно. Давайте возьмем сайт по пламбингу, конкурентная ниша в США, и вот есть у нас такие замечательные люди. Я, честно сказать, не пробовал столько людей делать, но давайте попробуем. Мы сохраним как пламберс, да, их, и попробуем их перерисовать. А, кстати, он почти уже дегенерил, но мы пока сделаем еще один дескрайб. Возьмем вот этих чуваков, скажем. Расскажи нам, кто там находится. Не факт, что получится. Но вот он нам сгенерил уже кроссовки. Очень похоже. Давайте попробуем какой-нибудь другой промпт взять. Промпт номер 2. То есть получается очень похожее изображение на то, что мы показали на картинке. Ну, то есть, прикиньте, как бы вы описывали этот промпт. Даже он бренд сохранил. Вот, у меня получались раньше получше картинки, я когда тестировал все это дело. Он, кстати, распознал, кто здесь стоит. Санта-Барбара Plumbing and Heating. Люди стоят вместе напротив фургона, то есть перед фургоном. 6 человек перед фургоном, который вот этот Oaks Landscaping, вот эту вот компанию рекламирует. Ну, прикольно, типа он даже распознал. Ну, давайте возьмем номер 2, пускай сгенерит нам. Да, может получиться криво, потому что очень много людей. Я просто беру реально рандомные примеры. А вот здесь фотки получились очень даже прикольные. То есть мы можем вот эту взять, апскейлить и просто получить себе фотку в карточку товара. На самом деле у меня генерил эти кроссовки на мраморном полу с бликами. Это, кстати, можно дописать в промпт. Я просто делаю сейчас as is. Просто взял картинку, просто закинул, ничего не дописываю. Но можно дописывать. Давайте посмотрим, что он нам сгенерит с этими замечательными ребятами. И возьмем еще какой-нибудь другой пример. Итак, нейросетка отработала, и вот что мы видим. Прикольно. У нас ребята похожие на пламберов напротив зеленого фургона. Ну, вообще очень достойно получилось. То есть, если вам нужна фотка команды на ваш сайт, у вас команды нет, вы, допустим, делаете affiliate веб-сайт, который сливает просто лиды и трафик. Пожалуйста, сделали скрин чужого сайта, закинули в Describe и нажали сгенерить. Пожалуйста, у вас есть шикарная фотка какого-то модного бизнес-центра либо богатого дома для страницы о вас. Use case number one. Карточка товара, пожалуйста, взяли кроссовки, закинули, он вам сгенерил другие варианты с этими же кроссовками. Причем он знает, что это за кроссовки, как их сгенерить. И даже шнурки вроде как не косячные. Да, шнурки даже нормальные. И логотип Nike попортился. Давайте попробуем теперь еще один инструмент. Есть инструмент, который я
подсмотрел у Вячеслава Озерова. Слава Озеров, привет, у тебя крутые видосы про нейросетки. Красавчик, если будешь смотреть видео. Тоже вам рекомендую его канал. Это сервис HuggingFace.co. Это такой, скажем так, хостинг приложений, где вы можете захостить свое приложение и дать любым другим людям его скопировать и запустить копию, чтобы самим оплачивать нагрузку. Здесь стоит обновить страницу. И вот здесь, например, бесплатная версия Clip Interpretator. Вообще он сделан для Stable Diffusion, но он также будет работать и для Midjourney. Что нам надо сделать? Например, я вот скачал такую картинку по ремонту кондиционеров. Да? Если мы хотим такую же картинку поставить на наш сайт, то мы не можем украсть ее, потому что это незаконно. Но заказывать мы дизайнера тоже не хотим, потому что это дорого и бесполезно у них что-то заказывать. Вот. И мы загружаем картинку, нажимаем «Исполнить». Я тут вообще не кручу никакие настройки. И вот пошел процессинг этой картинки. Сейчас посмотрим, что он нам выдаст в итоге. Сервис отработал, и он дал нам вот такой вот промпт. Да, он может быть не очень большой. Давайте попробуем нарисовать это с помощью Midjourney. Пишем Imagine и просто забиваем, как есть вообще. Вот. На самом деле сервис работает иногда очень круто, иногда ок. Но пользоваться можно. Очень прикольная штука. И прелесть в том, что вы можете поставить это на свой сервак и сами пользоваться. Посмотрим, что нам нарисует Midjourney. А дальше перейдем к следующим прикольным, интересным функциям, как можно генерить графику для своего сайта. У меня всегда была проблема, когда я видел на чужом сайте успешную картинку, успешный креатив, но я не мог его скопировать, потому что мне скажут: чувак, ты это скопировал. Но с помощью нейросети теперь можно немножко это подправить, немножко поменять стиль, а может быть и немножко, и залить уже к себе на сайт, либо в своей рекламной кампании. Я думаю, как взять рекламные креативы конкурентов и немножечко их поменять, вы теперь поняли. Неважно, что вы загружаете, скриншот сайта, креатив конкурента, либо что-то еще. Тем более вы можете написать в промпте, добавив на картинку это, поставить две черточки no и убрать вот это вот. Кстати, недавно тут нашел прикольную штуку, что с помощью GPT-чат можно анализировать целевую аудиторию для любого бизнеса, любого проекта и в любом гео. А если тебе интересно, как это делать, напиши в комментах, сделай видос про анализ целевой аудитории. А дальше из этого можно сгенерить офферы для Facebook рекламы и саму Facebook рекламу. Если тебе это интересно, напиши в комментах: Олег, сними видос про то, как анализировать ЦА и как делать офферы для ЦА для Facebook автоматизированно. И если это интересно, наберет много лайков, комментов, то я это сниму. Итак, что нам сделала нейросеть? А сделала она прикольную штуку. Здесь похоже что-то на кондиционер, на какую-то вообще шайтан-машину, правда. Но очень близко. Вот кондей, в котором чувак что-то там 85 градусов меряет. И это выглядит классно. Давайте просто это заапскейлим и сравним, что получится. Ну, выглядит неплохо, руки не кривые. А вот этот вот прибор выглядит модно, дорого, профессионально. Если сравнить с вот этим, да, в принципе, нет разницы, кто понимает, что там на этих кнопках. Потому что вам это на сайт «Почини мне кондиционер», где у человека очень жарко в квартире. Он заходит на сайт, видит, что чуваки чинят какие-то большие кондиционеры с сложным оборудованием, и все хорошо. Он оставляет лид, а вы его продаете. В этом видео я много упоминаю партнерские сайты, но все это работает и для бизнеса. Если вы владелец бизнеса, маркетолог на стороне бизнеса, также используйте нейросети для генерации изображения для вашего сайта, блога, соцсетей. То есть это не только для ребят, которые занимаются партнерками, это работает для любого бизнеса, который извлекает деньги из веба. Собственно, у нас канал про диджитал бизнес, про все типы диджитал бизнеса. Окей, идем дальше. Представьте, что вы нашли две картинки у конкурентов, либо просто в интернете, и вам нравится на одной одна часть, а на другой другая часть. И вы как бы хотели бы это все скрестить. Но как это сделать? Очень просто. В Midjourney появилась функция blend, то есть смешать. Я подготовил здесь две картинки. Сейчас я вам их покажу. У меня есть вот такой вот замечательный чувак с инструментами, который стоит на кухне, чинит мойку. Есть вот такой вот желтый ящик с инструментами. Я хочу их скрестить, чтобы у чувака был желтый ящик. Посмотрим, получится это, либо нет. Переходим в Midjourney, нажимаем slash blend, выбираем чувака, выбираем ящик, я toolbox его назвал, и нажимаем blend. На самом деле здесь еще можно, по-моему, 4 фотки добавить. Но я не пробовал миксовать много фоток. Для чего это может быть полезно? Если вы скачали какой-то креатив конкурентов, но хотите добавить туда что-то еще, вы берете этот креатив, берете предмет какой-то, который хотите добавить, и пытаетесь это все смешать. Должно получиться. Посмотрим. Главное, чтобы он ему на лицо не прицепил эту коробку. Все было нормально. Сейчас генерит, посмотрим. Итак, нейросетка отработала, и вот что мы видим. Первая картинка косячная, где-то в воздухе висит сундук. Но вот эти две
ну, три, я бы сказал, даже очень неплохо получились. Здесь есть косячный гаечный ключ, поэтому ее брать не будем. Вот здесь более-менее нормально. Получился мужик и большой ящик. Но в целом я не очень доволен результатом, потому что, наверное, я взял очень большую картинку желтого ящика, и он сакцентировал, что это должно быть много здесь. И, наверное, мелкую картинку с чуваком-сантехником. Но логика вам понятна, можно скрещивать разные предметы. Давайте попробуем скрестить еще две картинки. Допустим, ниша ландшафтного дизайна в Америке тоже богатая, популярная. Я нашел две работы двух разных чуваков с разных сайтов. Неплохая барбекюшница, неплохой задний двор. Давайте попробуем это скрестить теперь. Посмотрим, что у нас выйдет. Итак, нейросетка догенерила. И посмотрим, что получилось. В принципе, вышло очень даже неплохо. Получился новый дизайн заднего двора. Если в первой картинке у нас были какие-то там жухлые травы сзади, некрасивые, а во второй не было очага, то вот эта картинка получилась прикольная, что у нас теперь есть беседка, скамейки, травка и есть, собственно, очаг, где можно, там, не знаю, пожарить шашлык, либо просто от него погреться. Выглядит это прикольно, механика классная, я думаю, что вы найдете, где это можно применять. Пойдемте дальше. Представьте, что картинка у нас есть, мы ее сделали, но теперь нам надо сделать финальный продукт. Например, это заглавная картинка к блокпосту, либо это креатив для Фейсбука. Как это сделать? Обычно мы идем к дизайнеру и говорим: слушай, а вот нарисуй, пожалуйста, мне вот для первого экрана блога вот такую красивую картинку, вот тебе референсы, иди нарисуй. Но мы понимаем, что дизайнер теперь нам не нужен, мы картинки сами можем делать. Но вот эти шрифты, рамочки, все еще сложно. Но нет, уже есть новая нейросетка. Сейчас я вам ее покажу. Называется данная нейросеть «Дизайнер» от Microsoft. Она доступна в бете, просто заходите на designer.microsoft.com, и встаете в wait-list, и просто через неделю-полторы вам придет аппрув, и вы получите бесплатный доступ. Что здесь нужно делать? Первое, надо добавить изображение. В одном из прошлых видео мы научились генерить шикарные коммерческие изображения для сайтов. Кстати, ссылочка на эти выпуски будет вот здесь, вы тоже сможете научиться. И я взял сантехника, которого мы сгенерили. И теперь мы скажем, что... Во-первых, он уже предлагает, что может сделать. Он может там сделать обложку для сторис, вертикальную, он может сделать анимированное видео сразу, вот прям сразу. Мы скажем make a video creative for Facebook Instagram ads. И вот он пошел генерировать. Что он умеет? Он умеет генерить статические изображения, он умеет генерить анимацию, и причем это во всех самых популярных форматах. Для сторис, для лент, для чего угодно. Ну, как вы поняли теперь, что надо вам идти к дизайнеру за креативами, либо нет? Наверное, нет. В одной нейросети сгенерили крутое изображение, во второй сгенерили крутой креатив. Этот чувак полностью генерированный, но он прям супер сантехник, мощный. Вот такие креативы можно сделать, они даже будут анимированы. И вот здесь можно нажать на всю эту радость, он покажет слои. И можно все это дело замечательно поменять, хоть картинку. Видать, что она с большой едет до маленькой, но анимацию я не менял. Я думаю, кто работает с анимацией, тот будет рад. Но мы перейдем назад. Тут еще какие-то креативы для пламберов делал для вас, для выпуска, но это то такое. Там new ideas. Теперь мы скажем make header for blog post for WordPress blog. И он нам сгенерит, уже, наверное, без анимации, я надеюсь. С анимацией оказалось тоже, там слоями не так уж сложно править. Вот он показывает, что можешь какие-то контуры делать, какую-то анимацию, вылеты. Ну, прикольно, прикольно. Разные дизайны, возьмем что-нибудь. Можно попросить, по-моему, еще сделать? А, давайте попробуем еще сделать. Заново. А, хедер он, наверное, делает нам для главной страницы вот этот introduction. Welcome to my blog. Ну вот, хорошо, мы случайно сгенерили креатив Welcome to my blog. Вот как раз вот это можно поставить на главную страницу. Если у вас проблема с красивой главной страницей на ваших сайтах, и вы не знаете, где заказать этот дизайн, вот, пожалуйста. И вот такой у нас получается. Можно поменять. Welcome to plumbing blog. Блог. Здесь можно шрифт поставить не 53, а поменьше. Не знаю. Можно все это растягивать. Ну, в общем, можно все это растягивать, можно это... Все центрировать, все работает. Это, кстати, бесплатно. И давайте сделаем new ideas. Make hero blog. Topic of post. Best plumbers in Sacramento. Не знаю, любое. Нажмем генерировать. Вот такие, кстати, анимашки он прикольные делает тоже. Вот как раз получился, например, простой дизайн. Вот простой дизайн для обложки блокпоста.
Вот тоже неплохо вполне. Ну, если что-то сейчас приблизим, что-нибудь. Вот очень простой дизайн, который можем кастомизировать. Старый мы сбрасываем. Правда, здесь слои немножко долго погружают. Ну, вот у нас интересный дизайн, классный. Шрифт классный. Кстати, интересная штука, что вот здесь, если вы делаете там много сайтов, либо у вас есть клиент, под который вы делаете, вы можете вот выбрать цвет, add your brand, добавить, и вы можете кастомизировать все цвета для вашего бренда. И он даже предлагает готовые палитры. Что вам еще надо для креатива в соцсетях и для графики для вашего сайта? Ничего. Поэтому, друзья, я показал вам инструменты, как взять чужую картинку, перерисовать ее, сделать уникальной, чтобы не было авторского права, улучшить ее, как смешать две картинки и как автоматом создать любые креативы для ваших идей, для зарабатывания денег. Вот такой выпуск у нас получился. Если хотите такие же выпуски, пишите в комментарии, о чем снимать. Надеюсь, вы сможете заработать больше денег с помощью этих техник. Всем пока, удачи и много трафика.